Пристегнись, мы от на хайпе. Мусорного массива всем общий привет. Мусорный массив! Здорово, мужики. Это можно найти на стриме? Я думаю, можно. Что такое? На телевидении по Муз-ТВ показали, что Костя подарил Вале карнавал. Отношения дошли до чего? Или это фейк? Может, букеты от раскаивающегося Саши Стоуна? В интернете пишут, что парочка рассталась. За меня просто не волнуйтесь, все в любом случае будет классно. В жизни бывают разные моменты. Нужно просто уметь жить. А я не знаю, как этот кто-то узнал мой адрес. Вот в чем вся проблема. Это очень странно, но это приятно. Вряд ли Стоун знает адрес своей возлюбленной. Подписчики Вали провели свое расследование и выяснили, что тайным дарителем роз мог стать некий рэпер «Плохой парень», который в последнее время... Подписчики выяснили! ...упоминает на стримах имя тиктокерша. Как оказалось, у букета была и записка. Там было написано «Не забывай, что ты королева». Костя! Костя! Подожди, слышишь? Как это вышло за такие пределы? Он ни разу не говорил об этом, понял? Вообще ни разу. Ни разу. Это ты все сказал, Леня. Ну это сказал я, но я же не думал, что... Блядь, это же просто прикол. Как охуенно, что сейчас наши приколы мы можем доходить до уровня телевидения. В интернет? На телеке, блядь, наши приколы. Бля, это же просто прикол. Бля, хайпердёж наш дойдет до телека. А если это не прикол? Это плохой парень. А в какой нам магаз? Аскона находится в том углу. Пойдем, пойдем. Подушки, одеяло там есть? Там все есть. Или там вот матрас? Не-не, там все есть. О, вот оно. Здравствуйте. Спасибо. Мне нужно, я решил изменить образ жизни. И поменять, прежде всего, что самое главное, сон. Надо высыпаться, правильно? Тоже верно. Мне нужны хорошие две подушки, чтобы я кайфовал. И одну ортопедическую. Да, как вам нужно обращаться? Алексеевич. Просто Сергеевич. Подогрей интерес к просмотру спортивных и киберспортивных событий на 1X. Регистрация в один клик. Удобное мобильное приложение и широкая линия. А по моему промокоду ты получишь $520 на первый депозит. Ссылка и промокод в закрепе. А в описании будет инструкция для тех, кто хочет гарантированно забрать пару тысяч рублей. Обузь акции и зарабатывай вместе с нами. Смотрите, если хотели дом, значит, не улучшить качество жизни, я бы вам посоветовал подобрать подушку анатомическую. 100%. Как это сделать? У меня вот такая, можно на секунду буквально? Алексей. Вот я сплю на такой подушке. Тихо, вот я всегда, у меня мама спала на такой, у меня такая понимаю, подушка. Как на такой спать можно. Я сплю всегда на такой подушке, но я бы хотел еще пожестче. Жестче, да, хотел? Советую, да, настаиваю прям. Я мягенько люблю. У меня матрас как пол жесткий. Да? Отвратительно. Давайте я вам функционирую сейчас плечо и подберем по вашему. Давайте, есть... Давай, давай. Да ну, так работает? Да, да, да. Значит, у вас разнес у нас. Спите вы на боку, животе? На боку. На боку, сам. Тогда вам подойдет Элечка. Опа. Да, опа. Но если Эля еще любит. А Эля? Надя, как Надя? Ты пошла. Ложись, Лех. Ай, момент, я вам застегну. Давай. Ого. Лех, раздевайся пока. Не, ну сними футболку реально. Ну, надо тут понял, тут дело в том, то, что фулл контакт. Фулл контакт. Раздевайся, давай. Да не надо, да. До трусиков не сможешь. Так, как просто сейчас... духа не хватит сейчас. До трусов раздеться и лечь и сказать, типа, ну просто полный контакт, чтобы понять, насколько не комфортно. Хватит. Не хватит. Не правильно. Хватит. Ты же не фрик. А одеялки у вас продуть? Конечно. Вот это да. Она обладает пеной memory form, которая поддерживает голову. А можно ли тут просто один подход? Ой. Да. Мне опять подушка. Так ты богатый человек, я про себя говорю. Одна. Вот так. И под ногу у тебя еще. Под ногу это вот все вот колбасы. А, реально под ноги? А, еще под ноги есть? Ну, вот обнять ее. Это для одиноких людей, правильно понимаю? Ну, не, ну это просто психологически так удобно. Тихо. Вот так обнять, ее спать. Вот, проверь, Лех. Вот это тоже, кстати, подушка. Хорошая. А, 5900. Ничего себе. Ну, ладно. Мне такая не нужна. Мешок с песком. Мне вот такую, на которой я лежал. Две, да?
одну, наверное, и одну. две простые. Что за место это? Мешок с песком. Мешок набрать? С песком, блядь. Да, это я понял. Да просто игрушку можно. Не переплачу. Или шлюшку. Вот такая, есть пуховая. Ого, о, не, она удобненькая. Это прикольная. Попробуем. Давайте сразу еще какую-то. Да. Вот это хорошенькая прям. Она с ионами серебра. И частичку это золота прям... можно найти где-то там. Сейчас нужна какая-то подушка для... Подушка антихрап. Ну все, ну хватит. Слишком богатая жизнь. Убери свою ногу. Я сплю вот так. У тебя Настя есть. Зачем тебе на подушке облокачивать? Ну, если на подушке плюс матрасе нашем спать, то можно высыпаться за 6 часов. Да ну! О-о-о. А блок независимых пружин, 11-зональный в сердце матраса, обеспечивает... Какой один? 11-зональный. 11 зон. Но надо еще остальные... Да, можно еще вот тоже... Все посмотрим. Они разные? Да, это другой матрас. Это секта. Секта. Ну, это вообще кайф. Это секта. Секта. Бля, секта, уходим отсюда. Секта. 2008 года. Блядь. Ему уже 15 лет. 15 лет уже тут стоит. Данные матрасы... Вот это да. Высокотехнологичные. Блядь, сколько раз обоссали его. 15 лет матрас. Волны. Вот это beauty dream для девушек, чтобы не было заметия кожи лица. О, ну такой beauty dream мне нравится. Да, то есть девушки могут сохранять себе кожу и всегда быть молодыми. Леха, вот это матрас хайпа? Мне кажется, он стоит 1200, да? Сколько этот матрас? 250. Вместо 260, 113. Это отельный матрас Hilton Marriott. Да, Лех, вот тут еще тестировку какую-то надо сделать. Давай, ложись. Сними футболку только. Как у родителей дома. Сними футболку. Ой, шум у меня. Трусы тоже снимай. 113 тысяч матрас. Норм, брать? Но с другой стороны, это же сон. Мы проводим половину нашей жизни во сне. Они работают? Обновляющий массаж. Тихо. Пошло? Пошла суета. Подожди-ка. Снимай. Быдло здоровое. По ногам пошло. Внизу. А, так вот же. Конечно. Суй. Стой. Я родился. Брат, будем честны, это не по твой размерчик. Это по стандартному человека. Сколько такой стоит? 1300? О, бля. Подожди, в теории за это деньги люди платят? А можно приходить сюда бесплатно? Блин, жар завидую. Я сейчас смотрю как на СМР, понял? Я обычно раньше смотрел СМР массажи турецкие, понял? Где там натирают тебе голову какой-то хуйней там пенкой и потом вот так вот делают там. Ой-ой-ой. Вот так вот делают, понял? Ой-ой-ой. Я на это смотрел, кайфовал. Есть там выбрать режим, а блядь, здоровый хуйла. А есть в чате хотя бы один массажист с Москвы. Мне надо на массаж сходить. На день. Подожди, стой. Давайте смотрите. Возьмем один комплект светлый, другой темный. Да. Чтобы у тебя... Или можно даже не классический черный. Нет же надо. Не классический черный. Нет, это идеально. А поменять. Какой-то... Ну вот смотри. Кремовый, крем-брюле. Нет, крем-брюле называется. Нет. Крем-брюле. Нет. Крем-брюле. Крем-брюле. Это же крем-брюле? Зачем мне крем-брюле? Зато вкусно звучит. Звучит очень вкусно. Ну короче. Белый. Да. Цвет шоколадного мороженого. Ну, таком... Ой, есть захотелось, горилок. Сейчас пойдем уже. Возьми крем-брюле. Ой-ой-ой-ой-ой. Для того, чтобы высыпаться, отдыхать за 15 минут и предупреждать заболевания, вот это белье как раз застеленное. Подождите, а что это за матрас такой? А как можно предупреждать заболевание? А давайте протестируем. Давай. Да? Да, давайте. Может, такую штуку, как в отеле, тут вот застилать. Это? У меня никогда не было. А у тебя застилки нет? Нет. Такой? Надо застилку какую-то. Покрывало. Это, к сожалению, сейчас. Ай, блядь. Вот если честно, будем... Я не то, чтобы вот эту хуйню застилать. Я даже одеяло застилать не буду. Подожди, стой. Тоже верно. А, это что? А что это такое? Это уникальная пружина песочные часы. 3D-визуализация наших пружин песочных фирменных. А. Они по пульту как управляют? Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Не верю в такое. Очень хочется. Смотри. Ложись сразу. То есть, а можно, Лёша? Ложись, Лёха. Конечно. Первым делом мы выбираем перед сном позицию, и матрас за это не отвечает, а система Ergomotion поможет выбрать правильную позицию. Лёх, пикай core позицию. Слегка приподнимаем из головы. Слегка из ножи. Для того, чтобы выше уровня сердца на 3 градуса было, плюс-минус.
За счет этого мы предупреждаем сердечно-сосудистые заболевания. Также здесь есть положение заруджи. Смотри, и вы набираетесь энергии в 4 раза быстрее. И я обычно после... И виджетов тоже я сейчас много виджетов. Обычно хожу и гаджетов гулять с тоже. Парнем на свидание. Не-не-не, подожди, остановись. Благодаря низкому уровню такого массажа можно быстрее в сон уйти. А где массаж? Сейчас. Быстрее в сон уйти Бэйн может сделать. Карелыч. А. Ну это вообще благодать. Я тоже хочу попробовать. Я думаю, даже без подушки. Я боюсь, что у меня такой матрас, вот эта технология будет ломаться постоянно. Да, это мы все предусмотрели, за счет чего мы даем гарантию на систему Эргомоушен 10 лет. То есть наша сервисная служба может... Это, конечно, здорово, но не хочется постоянно после каждой пятницы завозить новый, привозить. Ну ладно, понимаете, не, да? Не накидывай баллов себе. Ладно. Двухминутную нагрузку-то он выдержит, наверное, Лёха. Данилыч, прости, пожалуйста. Ладно. Поехали. Я буду думать по поводу матраса. Что, пойдемте оформим все, что мы взяли. Развели нас. Нихуёво тебя обули на 60 тысяч. Обули жестко. Обули тебя просто нихуёво. Брат, ты даже крем-бруле не взял. Слышишь? Вот этот. Баю-баюшки-баю, не ложись на краю, придет серенький волчок и... Всего доброго. Опа. Что это? Смотри. Что? Что делают ботиночки кожаные Ray Cowens с белыми носками? Знаешь, да, эту историю? Ну-ка. Это самый большой минус вай. Считай носки под выброс. Давай, ну вот сколько... Это не отстирывает. Сколько обувка стоит? Мне ее подарило. Сколько стоит? 50? $1000. $1000 обувка? Да. Носок 500 подарок. Рублей. И что? $1000 подарок, а красится как 500 рублевка. Понял, ты стираешь, все равно черный след остается. И я сейчас ношу носки только с черными следами, даже после перестирки под эти. Специальные носки нужно надевать. Да что? Надо тканевые, кожаные не покупайте, говно, блядь. Ну вот так у меня, в принципе, чисто, вот тут можешь посмотреть. Вот, чистота и порядок, моя писарь. Бля, вот это такой минус вайпс. А что делать, если я броюсь, блядь, потом ты хуй уберешь? Ну, пробрался, и, блядь, нормально уберись. Опа. Блядь, есть куча мест приятных для этого. Например? Кровать. Чик-чик-чик-чирик, потом приход, и тебе нужно останавливаться. В смысле останавливаться? Чтобы не запачкать кровать. Ну, блядь, ну ты техники разные бывают. Какие? Ну ты ебан. Вот сразу же, понял? Еще бывает такое, что в ванной лежишь, и впадло, типа, в ванну, что, ну... Блядь! Надо, и ты встаешь, и вот так вот. Бля, ты твой унитаз столько хуйни повидал. Бро, чтоб ты понимал, туда уже было смыто, например, население планеты. На, и ни в чем себе не отказывай. Спасибо, старший брат. Знаешь, себе цену, верни сдачу. Спасибо, старший брат. Помыться хотел. Иди помойся. Есть полотенчик чистый, нормальный, без не конченый? Нет. Выгляжу как успешный человек, либо позер с копейками. Подожди. Вот так. Лёх, тебе уже сказали, узнаешь себе цену, верни сдачу. Ладно. Спасибо, брат, за деньги. Пожалуйста, обращайся. Фу, как воняет. Я сейчас открываю окно. Как воняет. У меня есть такая же. Бля, по-любому кто-то не подписан, кто сейчас смотрит. Изару дежавю. Не могу понять, у тебя ноги воняют или у меня? Понюхай. Нет, иди нахуй. Вонь прям ядреная, блядь. Серьезно? У меня так не пахнет. Вонючки прям? Просто пиздец. Понял, как вот заходишь в пацанскую раздевалку в школе, блядь. Фу, блядь, давайте новые там носки, да? Блядь. И выкинь их нахуй на улицу. Сука. Ёбан вернул. Блядь, это то, что я сегодня бегал, понял, в футбол играл. Какие вонючки, понял? Новые ноги, эти там носки новые. Лёх, какие вонючки. Иди по струю мойся. Где носок? Выкинул. Ты мне сейчас, чтобы у меня вся квартира завоняла, да? Чего? Куда ты положил свои носки? Я выкинул, еблан. Это как тухлое яйцо, нахуй, запятание. Ты чё? Лёх, куда ты носки положил свои? В мусорке, в пакете, в мусорке. Не дай бог, они здесь окажутся. Сразу же полетишь нахуй отсюда. О, блядь, это просто, понял? Стой, иди в тухлую хуйню, иди сюда. Сука, Лёх. Стой, фу. В курсе то, что новое постельное белье
Надо приложить, нахуй, чтобы она поняла. Блять, какая вонючка. Убери, дай сюда ноги, носки свои. Да надо... Ну, вонять будут в помойке. Возьми в руку лучше. Иди нахуй! Стой. Уф. Выкинь в мусорку. Блять, прикинь. Ну, мужские ноги просто, выкинь, понимаешь? Чем воняет у тебя там? Своими носками. Ты что, еблан, у тебя сдох хомяк там какой-то, блядь. Никто не умер. Или мышь нахуй какая-то. И глистая. Иди мой ноги, сука. Помой ножки, пожалуйста. Ну помоги, помоги. Да иди мой ноги. В ванную залезь, помой ноги. Вот носки, на. Попшикай духами просто и все. Иди мой ноги, ёбаный. Лёв. Даже у меня так не воняет. Все. Давай, вырубай.